Пробовал там, получается, с понедельника вечером 8 дней. Ну, условия более-менее сносные, там можно читать книги, соответственно, там нельзя пользоваться телефоном, там, ну, другими какими-то такими вещами. Трехразовое питание, получается, там завтрак, обед, ужин, можно читать книги, водят на прогулку, можно звонить по телефону 15 минут, это обычно происходит с утра. То есть как бы особо там заниматься нечем, просто целыми днями там лежишь, грубо говоря, и все. А, флаг, получается, ну, я имею в виду, то, что забрали здесь, они дали, а флаг они мне так и не вернули, они сказали, потому что, возможно, они в другом отделении милиции, я спрашивал в Вишневском, а они сказали, может быть, на Ипеево мой флаг, вот. Ну, в ближайшие дни туда пойду, буду просить, чтобы мне вернули мой флаг все-таки. Как бы такая сакральная вещь, и, ну, все-таки не дешевая, хотелось бы его вернуть. Я по мировоззрению националист, просто считаю то, что вот эта вот пенсионная реформа, она как бы касается всех, и либералов, и националистов, потому что как бы это уже не какая-то отдельная тема, а общая тема для всех. Вот. А так как бы в каких-то акциях Навального как бы я вот участвовал впервые, как бы больше не собираюсь как бы в них участвовать.